Глава Люберец Владимир Волков проверил ход реконструкции стадиона «Торпедо». Масштабная перезагрузка главного спортивного объекта началась в прошлом году. На сегодняшний день общая строительная готовность более 50%. На месте работала наша съемочная группа. Реконструкция стадиона «Торпедо» – одно из долгожданных и значимых событий в городском округе Люберцы. Спортивный объект, который славится богатой историей, давно нуждался в обновлении. В августе прошлого года здесь стартовала масштабная стройка. Работа идет каждый день и в любую погоду, без перерыва и выходных. Заканчивается работа по устройству монолитных конструкций. Значит, монтаж металлоконструкции, козырька, трибуны. Выполнена подготовка основания под футбольное поле, уплотнено. Ведутся работы внутренние по устройству внутренних перегородок, сантехнические работы. На объекте трудятся 45 монолитчиков и 20 каменщиков. Каждый этап проводимых работ под контролем властей. На очередном выездном совещании глава городского округа Люберцы Владимир Волков обсудил с подрядчиками детали проекта. Самые сложные работы, связанные с перекладкой коммуникаций, с заливкой монолитных бетонных конструкций, выполнены. Дальше работы пойдут, конечно, уже гораздо быстрее. Проходит закупка оборудования. Ждем этот объект, ждем с нетерпением и, конечно же, на открытие мы пригласим всех жителей городского округа Люберцы. Вот объекта в эксплуатацию запланирован в конце этого года. Уже в начале следующего состоится открытие обновленного стадиона. Здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс, где жители округа смогут заниматься различными видами спорта. Футбольное поле с подогревом, беговые дорожки, зоны воркаута и трибуны с навесом. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.